Ребята, доброе утро. Я выходной. На часах 28 минут 8. Мы уже проснулись. Люда готовит геркулес. Вот такой вот. Геркулес, да. Доброе утро. Овсяные хлопья. Доброе утро, овсяные хлопья. Доброе утро всем. Но мои любимые не вот это вот. А какие? Славяночка. Вот. Славянка. Самая лучшая. Славянка. Люда у меня сегодня спортивная какая-то непонятная. Что такое? Вот а вчера такая не была, да, Саша? Так, вот она уже поставила молоко. Это дети варится. А что ты хочешь? А что ты будешь делать? Не знаю, без понятия. Да я давай, давай попробуем. Я вот хочу, знаешь, что мне хочется? Что ты хочешь? Колбаску пожарить. Давай пожарим колбаску. Молочную. Вот я, если очень любила такую колбасу, вот мне хочется пожарить, но с чем я еще не придумала. Ну да, можно, можно. Чем? Не знаю, с чем скажешь. А я вчера, ребята, что? О, Люда уже одела свои украшения сама. Уже без меня справляется. Говорит, я уже без тебя справляюсь. Только мне каждое утро подходила, одень мне, говорит. А теперь, говорит, я его просто переношу вперед и застегиваю. Все, я уже не нужен, можно меня. Зачем эта информация? Сказать за ТикТок? Ну скажи. Ребята, такая фигня, можно вот... Фигня, не надо. А ты сейчас скажешь, что мы матюкаемся. Короче, мы ставили вчера видео про котик. Ну, есть уже это видео в этом. Да, оно есть в Ютубе. Да, последнее видео. В общем, его нам заблокировали за причину принуждения и издевательства. Принижение достоинства человека. Издевательства. Типа, что я сказала Саше, что он не котик, и так что... Иди на работу, да, да, да. Вот, а то, что там матюки, там сиськи показывают жопу, это нормально. А это заблокировали. Милое такое видео. Но не только заблокировали, а заблокировали наш аккаунт на сутки. Ограничили, вот. Ограничили выгрузку видео на сутки. Да, не, да, не заблокировали. Не заблокировали, да, ограничили. Так что мы сегодня только вечером можем выложить. Я в шоке вообще с этого ТикТока. А зато другие, да, другие аккаунты есть. Аккаунты такие, ну не буду называть, рекламировать. Которые просто, ну сущие... У них аккаунт... Сущий мат. От начала, ну там только да, нет, вот это слова попадаются, и еще какие-то приличные. Или мне бабы там попадаются, которые вот шутки типа свои, там приколы рассказывают с матюками. Тупо с матюками. Он как тебе? Короче, несправедливо. А вы, люди, которые... Я котика сказала, что он не котик, он иди работай, заблокировал. Ну, короче, все, ладно, не будем посещать этому... Целое видео? Целое видео, ну это... А будем делать кашу. Да, короче. А YouTube в этом отношении очень-очень лоялен. Очень лоялен. У Люды болит горло. Потому что... А ты вчера мороженое ела? Покупала себе мороженое? Нет, я за детьми доела чуть-чуть. И что? От чего оно может болеть? А что от мороженого? Я вообще не знаю. Я вот вспоминала... Что вчера, где я была, даже в магазине мы заходили и не было... У нас здесь во всех магазинах, ребят, вот заходишь... Все, ребят, у меня горло болит, у меня сушит... Горло показал. Сушит ладошки, ступни на ногах. Это первый признак у Люды, что она заболевает. Ну это у меня редко вообще. Вот вчера засушила, думаю, странно, что это у меня засушило. Ну опа! И, ну, заболело горло, ребят. Ну, кстати, я вчера выехал... У меня каждый месяц болит горло, я не понимаю. Подскажите, что делать в этой ситуации? Раз, ну, я люди советую, конечно, кое дело. Два раза в год я болела, а сейчас каждый месяц у меня горло болит. Я не понимаю. Плохой иммунитет. Плохой. У меня раньше иммунитет был хороший. Может, прививку надо же какую-то делать? Не вот эту вот. От баранавируса. Коронавируса, а вот прививку может надо делать. Может, надо. По годам. По возрасту. А? Люда делает, жарит колбасу. Вам она вчера очень понравилась, эта колбаса. Все написали, что очень большая. Да. Так, большая. Жарит колбасу. Милана. И сейчас будут туда кидать яйца. Нет, я отдельно колбаску пожарю, потом отдельно яйца. Ага. Куда же такое? Так, Люда уже пожарила яйца. Да. Пожарила колбасу. А днем она хочет сделать... Что ты хочешь сделать? Я хочу сделать рисовый
рисовый суп с болгарским перцем. Короче, купим все ингредиенты, и Люда будет делать. Возможно, сделаю, даже... да, сделаю и пойдем гулять. Возможно, даже сделаем видео, да, или нет? Ну, это не обычный про болгарский супчик. Ну, ой, с болгарским перцем. Можно, можно, да. Даже не кушать. Иду. Что у нас сегодня на завтрак? Я только увидела, что типа это как будто глаза, это улыбка. О, огурчики, колбаска, яйца и бутерброд с сырком, да. Люда сделала. Все? Красиво. Милана кашу не доела. А, зря варила. Все, всем приятного аппетита и доброе утро. Начинается новый день.